Впереди Британии все оказались россияне. Алишер Усманов возглавил список богатейших бизнесменов Туманного Альбиона. Подсчет денег в чужих карманах провела влиятельная британская газета «The Sunday Times». Состояние Усманова издание оценило в 20 миллиардов долларов. На прошлой неделе совладелец «Металлоинвеста», «Мегафона», «Mail.ru» и «Одноклассников» занял первую строчку и в рейтинге российского Forbes. Однако в Великобритании Усманов больше известен как акционер лондонского футбольного клуба «Арсенал». Другой наш соотечественник и любитель футбола, владелец «Челси» Роман Абрамович по сравнению с прошлым годом поменял позицию в рейтинге «Санди Таймс». Он опустился с третьей строчки на пятую. Его состояние – 14 миллиардов долларов. А вот в рейтинге Forbes среди самых богатых россиян Абрамович не вошел даже в первую десятку и занял лишь 13 место. В первой пятерке британских миллиардеров есть также выходец из СССР, получивший американское гражданство – Леонард Блаватник, а также индийские коммерсанты братья Шри и Гопи Хиндужа, их соотечественник – сталелитейный магнат Лакшми Миттал. Кстати, Миттал был лидером рейтинга на протяжении последних 8 лет, пока его не подвинул российский миллиардер.